What the? Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья, у аппарата Зоди, на аппарате Observer. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья. В прошлой серии мы с вами пребывали в сознании Амира Новака. Он все-таки погиб, к сожалению, он умер. Из-за этого нас выкинуло из его сознания, то есть связь прервалась. Ну что ж, давайте теперь осмотрим место преступления, его квартиру. Но вначале, думаю, нужно принять лекарство, потому что у нас проблемы какие-то вообще уже сильные с синхронизацией. Что у нас, кстати, по заданиям написано? Неплохо бы проверить квартиру Новаков на наличие других улик. Найти Хелену Новак. Амир Новак мертв, но его жене удалось сбежать. В «Пожирателе снов» я видел очертания тату-салона. Кстати, во внутреннем дворе есть какой-то тату-салон. Да, помню я. Они там поженились, если я правильно помню. В этом салоне их обвенчали. Ингалятор. Запрещенное вещество обнаружено. Кровь. Чернила с примесью должно быть сделаны в тюрьме. Чернильный узор указывает на принадлежность к банде. Этанол, сажа, вода. Запрещенное вещество 31А. Незаконное успокоительное 22 грамма. Синхрозин. О, синхрозин мы возьмем. Морфин. Еще корм и разные нелегальные обезболивающие. Указанные здесь номера могут привести меня к клиентам Амира. 209, 112... 112 и 209 только указаны номера. Мы с собой не возьмем в качестве вещдока. Так, ну самого Амира мы осматривали или нет? Нет, вроде. Имплантаты гортани. Не самый редкий среди сидящих на корме. Видимо, вот этот корм, это вещество, влияет на голосовые связки сильно. Единственное, что держало его на этом свете. Искусственный сердечный клапан. Причем разогнанный. Обнаружен оверклокинг. Так, давайте уже по правой стороне пойдем. Кровь эту мы не можем осмотреть. Вот мне любопытно, зачем такая огромная прямо ванна крови? Она что, из диванов сделана? Диваны вместе составили, смотрите. Натянули полиэтилен и заполнили это кровью. Зачем? Стоп, здесь что-то есть. А, кровь просто. Нет, волосы. Клок очень странных волос. Не принадлежит ни человеку, ни животному. Аномальная генетическая структура. Интересно. I love you. Красивая подушечка. Миленькая. Well, well. Ну-ка, ну-ка. Ты, наверное, Хелена. Что же еще здесь спрятано? Голографическая рамка.
Кредитный чип. Очень удобен для хранения нелегальной валюты. Хм. Интересно. Незарегистрированное хранилище валюты. Сколько здесь крови? Да что здесь произошло-то? Так, а это кто с вами такой? Напоминает персонажа из фильма «Пятый элемент». Нанофак и я. А, это компьютер. Так. Продуктивный гражданин, избегни понижения гражданского класса. Оставайся активным. Подай заявку на санкционированную должность сейчас. Фильтр должностей. Квалификация от самой низкой к самой высокой. Класс гражданина С. Жалование любое. Техник удаления отходов. Описание работы. Выполняет ежедневные инспекции канализационной системы района класса С. Постоянно готов реагировать на потенциальные неисправности установок для переработки отходов. В случае неисправности выполняет полное техническое обслуживание и очистку указанных установок. Требования. Несмотря на экипировку защитным снаряжением, соискатели должны обладать исключительной переносимостью в отношении вредоносных запахов. Фильтрационные устройства носовой полости являются дополнительным преимуществом. Соискателям без защитных имплантов предлагается процедура частичной сенсорной депривации. По причине частого воздействия материалов, несущих биологическую опасность, техники обязаны проходить ежедневное биохимическое сканирование. Младший дератизатор. Описание работы. Осуществляет борьбу с вредителями в секторах с высокой степенью заражения районов класса С. Выполняет ежедневные действия по истреблению вредителей, используя как химические средства, так и прямые кинетические методы. Требования. Соискатели должны обладать физически подготовленным, а быть физически подготовленными и обладать исключительной выносливостью и ловкостью, которые нужны для истребления вредителей в труднодоступных местах, таких как крыши домов и вентиляционные шахты. По причине высокого риска, связанного с должностью, все соискатели проходят тщательную проверку биографии и регулярно тестируются на запрещенные вещества. Оператор сборочного конвейера дронов осуществляет базовый контроль и техническое обслуживание на заводе по сборке дронов. Базовые знания в области робототехники являются дополнительным преимуществом, хотя и не обязательны. Необходим минимум 2-летний опыт работы на сборочном заводе. Все соискатели также проходят базовую проверку биографии. Курьер данных. Осуществляет доставку закодированных пакетов данных, уровень чувствительности 2.4, на сторожевые посты корпорации, расположенные в районах класса Б и С, а также с постов. По причине высокой мобильности, связанной с должностью, необходим гостевой пропуск в районы класса Б. Соискатель получает пропуск только после прохождения базового теста гражданской сознательности, а также тщательной проверки биографии. Требуется полностью исправный имплант хранения данных класса CR или выше. По причине конфиденциального характера некоторых контактов, все соискатели должны проходить процедуру стирания кратковременной памяти на еженедельной основе. Любопытно. Младший техник обслуживания. Осуществляет плановое и аварийное техническое обслуживание потребительских голографических проекторов и в жилых помещениях районов класса С. Учитывая, что работа выполняется в частных жилых помещениях и в непосредственном контакте с клиентами, соискатели должны обладать высокоразвитыми социальными навыками и дружелюбными манерами. Фиксированное жалование отсутствует, оплата начисляется исключительно по количеству успешных вызовов и выдается в необмениваемой валюте, протеиновых марках BS02. Протеиновые марки? Любопытно. То есть либо Амир, либо Хелена, кто-то из них искал работу. Хотя у Хелены, вроде как говорят соседи, работа уже была на корпорацию. Скорее всего, Амир хотел устроиться на работу. Снова видно. Во-первых, как твой постоянный татуировщик, советую тебе перестать забрасывать меня этими сообщениями. Если тебе кажется, что есть проблема, зайди ко мне в салон. Во-вторых, экземпляр у тебя на шее заживал прекрасно, когда я видел его в последний раз.
Катализатор работал, и если действительно, как ты утверждаешь, становится совсем паршиво, то это скорее всего из-за того, что ты постоянно чешешь и трогаешь это место. Говорю в последний раз, оставь его в покое. Приезжай на проверку, если хочешь, но перестань доставать меня пустыми страхами. Я тебе не психолог. Джим. Последний пакет данных, который ты принес, был частично поврежден. Мне удалось спасти основную часть, но, как я уже говорил, ты должен чаще давать мне инструмент дешифрования, чтобы я мог тягаться с их шифраторами. Если мы хотим придерживаться наших договоренностей, ты должен выполнять свою часть работы. Это чувствительные данные. Каждая искаженная строка кода означает несколько часов дополнительной работы, а мое время стоит очень дорого. Я говорил раньше и повторю снова. Программу нельзя отследить. Единственный способ поймать тебя – это застукать на том, как ты физически взаимодействуешь с рабочей станцией. Я понимаю, ты напуган, и я вполне сознаю риск, которому ты подвергаешься в этой ситуации. Но именно за это я тебе и плачу. Адам? А может быть, это Амир наоборот? Это Амир отсылал. Прости, Гела, я знаю, мы так давно знакомы, но я действительно не могу помочь тебе в этот раз. Я очень хотела бы, но не могу. Даже если закрыть глаза на проблемы со здоровьем Амира, начальство ввело более строгие правила приема на работу. Никаких граждан класса С и особенно никаких бывших заключенных. Я знаю, Амир неплохой парень и заслуживает еще один шанс. Но я действительно никак не могу обойти эти дурацкие правила. Еще раз прости. Если есть какой-то другой способ помочь, дай мне знать. Береги себя, Анетта. Резюме Амира. Амир Новак. 19 мая 2052, район 16С. Сильные стороны и навыки. Умение работать в коллективе. Умеет работать с людьми, даже если они не похожи на меня. Мне все равно, главное, чтобы это не мешало работе. Работа с кадрами. Умеет определить, подходит ли кандидат для работы на самом деле или просто строит из себя профи. Урегулирование конфликтов. Эффективно решает проблемы. Устойчивость к стрессу. Может эффективно работать даже в крайне неблагоприятных условиях. Официальный опыт работы. С мая по июнь 69-го. Доставка. Код должности. Частный сектор. Доставка товара по назначению. Общение с людьми. С мая по сентябрь. Уборка отходов. Исправительное учреждение. Уборка улиц. Хорошо справлялся с работой, несмотря на длинные смены. Даже работал сверхурочно. Смотрите, Амир реально хочет работать, готов работать. Он много где уже в таких условиях плохих поработал. И про него хорошо отзываются. Огнем и мечом опять-таки. Везде лежит дискетка. Странно, что дискетами пользуются. Компьютеры так выглядят. Прямо ретро-футуристично, я бы сказал. Наконец-то я уже привык к тому, что у меня есть зрение в темноте, то есть встроенный фонарик. Удобно очень. Так, я тебя выключал. Итак, что мы сделаем сейчас? Неплохо бы проверить квартиру Новаков на наличие других улик. Но я вроде проверил все. Неужели что-то я не нашел? Клиенты Амира. Может сходить в 112-ю, 209-ю квартиру. А потом в тату-салон пойти. Так, подождите, я что? Покидаю место преступления, следую по наводке. В здании, возможно, все еще находится жена жертвы. А может быть, нужно было просто выйти? Нет, неплохо бы проверить квартиру. Слушайте, может реально я что-то еще не заметил? Давайте пройдемся, посмотрим. Просканируем все, что можно. Это все я сканировал уже. Стоп. Вон там что-то есть. Порезы. The
Края срезов такие же, как у предыдущей жертвы. Может быть, это то, что мы не заметили? А вот еще. Свадебное тату на левой руке. По нему я могу отыскать нужную женщину. Так, что еще? Что еще я мог не заметить? Кстати, обувь маленького размера. Детская? Ну, шкафчики я открывал уже все. Ну, что-то ж я, наверное, пропустил все-таки. Пройдемся теперь таким образом, посмотрим, вдруг что-нибудь еще заметим. Да нет, вроде я полностью все осмотрел, вообще все. Ладно, в любом случае покидаем это место. Нам 112-я нужна, если я правильно помню. 112-я и 209-я. Так, отсюда мы выйдем и пойдем... Блин, мы там уже, в принципе, были как раз. Ой-ой-ой-ой, случайно. Хранилище данных XDIM-35. Не волнуйтесь, ваши данные в надежных руках. Функция постоянной синхронизации позволит создать резервную копию каждого нанобита ваших данных на внешнем носителе, а также сканировать на вирусы и подрывные материалы. XDIM-35. Опять реклама изменилась. Ваш глаз в небе. В общем, реклама дрона пошла. Понятно. 105-114. Нам нужно сюда. Так, там у нас... А. Понял. Понял, понял. Сто восемь. Так, здесь у нас туалеты, душевые. 110.
Ты не выйдешь отсюда! Что это было? Это что это за глюки были? Кто это сказал? Это у нас в голове было? Допустим. Ладно. 112. Полиция Кракова, мне нужно с вами поговорить. Посмотрите, кто это у нас. Явка, слоняющаяся по нашему дому и вынюхивающая что-то. Поумерь-ка свой пыл, пожалуйста. Не стоит ли тебе немного изменить свой тон, приятель? Успокойся, мужик. Мы не каждый день наблюдаем в нашем доме наблюдателя. Хочешь сказать, что ты следишь за мной? Ты не настолько красив. К тому же с момента начала блокировки я немного занят. Давай по поводу наркотиков сразу пообщаемся. Ну хорошо, умник. Как думаешь, почему я до сих пор здесь стою? Ладно, паршивистая таки, ты нашел Амиру заначку, и на этикетке были указаны наши имена. Почти угадал. Номера квартир. Ой, нас раскусили. Зови подмогу. Хотя, погоди, ты ведь уже пробовал. Отслеживаешь мои звонки, да? Может, сделаешь небольшой перерыв и хакнешь себя? Пожалуйста, офицер. То, о чем вы говорите, крайне противозаконно. И, конечно же, неэтично. Скажем так... Я просто сознательный гражданин с очень необычными навыками. Ну что ты мне скажешь про проблемы со связью в таком случае? Давай так, я притворюсь, что ничего не знаю о твоей привязанности к запрещенным препаратам, а ты поможешь мне починить систему связи. Починил бы, если бы смог. Во время блокировки целое здание — мертвая зона. Но я запустил проверку системы на наличие признаков сбоя АА. Как? Сбой АА. Ну знаешь, алгоритм, благодаря которому наниты превращаются в берсерков в теле хозяина. Как в «почему» происходит нанофаг. И что? Пока ничего. Ну что ж, это супер, черт возьми. Смотри-ка, какой оптимист. Пока проверка не окончена, ничего нельзя утверждать. Продолжай. Знаешь что? Пока я лишь трачу время впустую, поэтому оставлю-ка тебя в покое. Правда? Вот и здорово. Не так уж ты и плох, как на пиявку. Может быть, он все-таки сможет как-то починить связь. Как-то нам помочь. Осмотреть квартиру 209 осталось. А почему исследовать место преступления не исчезает? Не понимаю я, ну ладно. 209, это нам нужно еще наверх. А здесь мы, кстати, не были еще. Блин. Голуби. Ну что ж вы... Нельзя его просканировать. Чтобы узнать, что это голубь. Новые глаза, новый ты. Блин, вот это было жутко. Офигеть, вот это сбой, смотрите. Жесть. Так, а это куда нас приведет? Тоже вот 209, кстати. То, что нужно. Надежная армия андроидов, защищая нас и тебя. Ну, не будет больше сбоя. Может, тоже здесь какой-то интересный такой сбой. Опа. Это куда? Это наружу. Угу, другой корпус. Ну давайте уже 208 посмотрим заодно. Как я и думал.
Нижний шкафчик не открывается. Он застрял, видимо. Эть, не могу открыть. Что-то мешает. Монофак и я. Полиция Кракова, я должен задать вам несколько вопросов. Как ваше имя, молодой человек? Я хотел бы знать, с кем имею дело. Даниэль Лазарский. Джон Буковский. Рад познакомиться, Даниэль Лазарский. И мне. Скажите, Даниэль, я слышал грохот. Это была блокировка? Да, это так. Мы пытаемся исключить возможность эпидемии. Вас это, кажется, не особо волнует. Что я такого смешного сказал-то? Расскажите о других жильцах. Вам совсем не жалко остальных жильцов, не так ли? То есть самодовольных ублюдков, слишком занятых своими никчемными делами, чтобы помочь старому калеке? Тех, кто включает проекторы, когда слышит, что сосед зовет на помощь? Ну да. И вправду, вообще не жаль. Все получают то, чего заслуживают. Калека? Вам чего-то не достает, сэр? Возможно, одного легкого? Мне достаточно и того, которое у меня есть. Последнее, что осталось. Раньше у меня было много разного навороченного дерьма. Ноги из карбоново-титанового сплава, пневматическая рука, армированная кожа. Мне даже заменили некоторые внутренние органы. И что случилось? Вы все потеряли из-за эпидемии? Ох, если бы. Это, по крайней мере, звучит довольно романтично. Так из-за чего вы стали калекой? Из-за мелкого шрифта в контракте. Ага, то есть, видимо, он работал, возможно, военным был. Ему все это поставили, пока он работал, но потом у него попросту все это отобрали. А настоящие-то руки-ноги уже не вернешь. Вот в чем проблема, вот так вот его обманули. Наркотики. Должно быть трудно пережить такое. Да, но я не могу просто сдаться. Это противоречит моей природе. Полагаю, вам немного помогли наркотики. Эй, я вам не какой-то долбанный торчок, понятно? Что за вопрос, я вас знаю? Откуда мы можем его знать? Вначале давайте, ладно, поговорим о деле, а потом уже спросим. Но я узнал, что Амир поставлял вам болеутоляющее. Кто? Да ладно вам, не стоит притворяться. Я нашел его заначку. На одной из упаковок был указан номер квартиры. Да чтоб ему. Ну да, иногда он приносит мне товар. Что ж, тогда у меня для вас плохие новости. Амир мертв. Мне пора. Эй, стойте. Погодите, Лазарский. Что вы сказали? Сказал, что мне пора. Нет, до этого. Вы сказали, что парень мертв? Проклятие. Он предлагал неплохие скидки. Знаете, кто его порешил? Я надеялся, вы мне скажете. Нет. Понятия не имею. Ну ладно, чемпион. Держитесь. И вам не хворать. Толком ничего нам не сказал дельного. Вот и реально меня напрягает то, что не пропадает вот это исследовать место преступления.
Ладно, давайте сначала пойдем в тату-салон. Может, потом как-то за кадрами еще хорошенько облазю каждый сантиметр в этой квартире. Что я там мог пропустить? Так, ладно, давайте сюда и пройдем. Вот так вот, я думаю, мы спустимся вниз. Да. Это я задел? Молочко. Молочко — это хорошо. Так, нас уже опять немного подглючивает, значит, скоро опять придется принимать синхрозин. Ой-ой-ой-ой, так-то так, мы вышли на улицу, что-то игра сразу же... Подзагрузочка пошла какая-то. Вроде все нормально уже. Эй, хозяева, есть здесь кто? Полиция Кракова. Дэниел Ла... Блин, какие звуки стрёмные. Дэниел Лазарский. А, вот пропал теперь тот квест. Во, а вот это жутко уже. Нафах я. Посмотрите на эту картинку, жесть какая. Эй, хозяева, с вами все в порядке? Так, разные виды татуировок просто. Ага, мало довольно. По письмам. Привет, чувак. Я видел работу, которую ты сделал для моего друга Дэйва, и должен сказать тебе, это чертовски классная татуировка. Я хочу и себе похожую. Я думал о каком-нибудь оригинальном узоре, возможно, черепе, окруженном языками пламени. Но учти, языки должны быть анимированными и образовывать нечто вроде паутины у меня на локте. Я знаю, что хочу многого, но с твоими талантами и моими вложениями это не проблема. Так что черкани мне, когда сможешь впихнуть меня. Я не пожалею денег. В смысле, с наличкой у меня напряженка, но ты ведь принимаешь питательные марки? Еще раз, обожаю твои работы, улетные чернила. Привет. Надеюсь, это верный адрес. Если это не тату-салон чернила Джека, пожалуйста, игнорируйте это письмо. Но если вы тот, с кем я вас считаю, один из ваших бывших клиентов рассказал мне о вашем особом направлении тату, высшего уровня, если вы меня понимаете. Мой сын очень хотел бы получить одну из них. На самом деле ему нужно это немедленно. Я знаю, что это дорого, но мы наверняка сможем договориться. Пожалуйста, свяжитесь со мной, когда прочитаете это. Что за тату высшего уровня? Какое-то прям секретное такое, любопытно. Я помню, что ты велел больше не связываться с тобой и удалил всю нашу переписку, как ты и просил. Я лишь хотел поблагодарить тебя еще раз за проделанную с моей женой работу. Татуировка оказалась произведением искусства. Жена буквально не может представить жизни без нее. Ты просто спаситель. Будь уверен, я доставлю остаток суммы к концу недели. Документы. Это, кстати, Амир. Ой-ой-ой, случайно нажал на правую кнопку мыши. Это Амир. 15 у него на голове было. Это, по-моему, тоже Амир. Вау, вот это жутко. Все.
Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины. Идет 7-й день моего принудительного заточения, и уже сейчас я могу, отбросив все сомнения, утверждать, что это настоящий ад. Эти люди давно умерли. Их тела еще снуют их крошечными квартирами, но разум давно покинул их. Так, ну там ничего нет, в принципе, можно не поднимать. Чернила, чернила, само собой. Где же мы еще быть, если не здесь? Кассовый аппарат, незарегистрированные довоенные компоненты обнаружены. Персональный компьютер. Записывающее устройство. По-моему, здесь что-то было на полу, да. Что это за странные волосы? Аномальная генетическая структура. Такие же, как мы нашли у Амира. Это не открывается ничего. Да, просто прелесть. Еще одна жертва. Сегодня я всюду опаздываю. Бедная Хелена. Это Лазарский, 656210. Нашел третью жертву. Время смерти около часа назад. Начинаю криминалистический анализ. Так. Первым делом можно вырубить музыку, потому что на Ютубе может быть... Потом придется ее вырезать. Куда она играет? Я не могу понять, что здесь воспроизводит музыку. Вот это аудиосистема вроде, но я не могу ничего с ней сделать. Так, ну ладно, давайте по порядку будем идти. По правой стороне пойдем. Что это такое? А, это карман, индикатор. В общем, напряжение для татуировок. Адаптер питания, если по-простому, скажем так. Тату-машинка. Незарегистрированные довоенные компоненты. А это что? Беспроводная педаль. Часики. Я не вижу курсора сейчас. А, вот он. Нашел его еле. Есть совпадение. Так значит, это ты звонил человеку, убитому в квартире Адама.
Так, подключаться к ней. А сможем мы? Она же убита. Мы, наверное, не сможем подключиться. Давайте пока просто посмотрим, что напишут нам. Нейроимплант не поврежден. Значит, подключиться мы можем, но пока что давайте мы так осмотримся. Голоинжектор. Так, что здесь еще есть? Да не так чистый, стань ты ровненько и все. А, мы вообще в приседе. Понятно. Записывающее устройство. Так, биологические вещества мы потом обязательно осмотрим еще. Сначала электронику, скажем так. Шкафчики нам нельзя смотреть. Подумайте о том, чьи вы сыны. Вы созданы для животной доли, но доблести к знанию рождены. Мы, люди, склонны оправдывать свое поведение. Мы не признаем ошибки и настаиваем на своей правоте. Думаю, что простаки, расследовавшие мое так называемое преступление, тоже думали, что поступают правильно. Они не могли постичь простую истину, что прогресс невозможен без жертв. Как-то у них здесь манера в этой игре так медленно разговаривать прямо, что... Вообще. Так, что вот это такое? А подвинуть можем мы? Может, нам это понадобится зачем-то? Это увеличительное стекло, что ли? Царапина на полу, словно ее сюда затащили. Кровь жертвы смешалась с чернилами. Повышенная концентрация гормонов. А, черт, только не говори мне, что она... В качестве орудия убийства убийца использовал тату-машинку. Что она что? Может, беременная? Если гормоны... А хотя, кто знает. Имя жертвы Хелена Новак, жена предыдущей жертвы Амира Новака. Следы остывают. Что еще ты ожидаешь здесь найти? Множественные колотые раны, глубиной несколько дюймов. Там еще что-то есть. На твою же дивизию. Warning. Desynchronization imminent. Administer medication. Зияющая рана на шее, будто кто-то откусил от нее кусок. Да ладно, откусил прямо? На пальцах что-то. Сломанные ногти, кровавые отпечатки пальцев, очевидные следы борьбы. Так, что еще мы можем осмотреть? С этой стороны посмотрим. Может, что-нибудь пропустили? О,
Ой. Так. Все-таки у меня ощущение, что мы здесь должны что-то сделать. Так. Так, попробуем с другой стороны. Так, нужно принимать синхрозин. Что-то нам нехорошо. Так. Ну, продвинься дальше. Что-то мы ничего нового не видим все равно. Хотя зачем вот это сделано? А, стоп, может на полу посмотреть именно? А, нет, это... А, это просто узор, смотрите, вот таким вот образом. Оно светит, к примеру, на руку, и по этому узору уже... Татуировщик набивает. Стоп. Вот это что? Попробуем взломать. Черт. Один. Третья цифра один. А... Так. А здесь было открыто? Почему я не заметил сразу? Третья цифра 1. Нужно найти что-то, где есть 4 цифры. И третья цифра 1. Может быть, мы у нее в сознании как раз-таки это увидим. Хотя давайте глянем здесь быстренькому. Это пародия на очень старое изображение. Медицинское. Может быть, если вот эту куда-то повернуть, то мы увидим код какой-то где-то. Ведь можно даже вот так вот его поднять. Ну-ка, на спинке, допустим, сиденья ничего не видно. Да нет, вряд ли, вот если свет выключить... Мы нигде не можем выключить свет. Даже не знаю, я в таком случае... Стоп, а мы здесь осматривались или нет? Синхрозин превосходно. То, что доктор прописал прям. Так, а если здесь посмотреть снаружи? Стоп. А, показалось, что это можно открыть. Может, здесь мы какие-то числа где-то находили? Да нет, вроде, не помню ничего такого. В 2016, что ли, написано?
2000 какой-то. Так, ну я тогда не знаю, где этот код взять, разве что у нее в сознании только. Или в компьютере. Может, на какой-то татуировке, допустим, будут просто цифры. Да нет, ничего нету полезного тоже здесь. Тогда, в общем, пока что не знаю. Ладно, в следующей серии мы с вами начнем нейродопрос. Я надеюсь, он нам поможет узнать этот код. Иначе я просто тогда не знаю, где его брать. В любом случае, на сегодня это все. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока.